что случится со мной через 1000 лет. Или вот, например, через 10 лет. Он когда-то сказал: «Ничего у нас нет, и не будет уже ничего, не надейся». И сложилось внутри все, что сжаться могло, и сгорело дотла, ничего не осталось. Что душою кривить? Мне жилось тяжело, я пыталась дышать, но, увы, задыхалась. Но и это прошло, и софитовый свет освещает меня в незнакомые лица. Я ищу в них тепло, и я вижу ответ. И я знаю, что больше беды не случится. И мне нравится это чуть что на вокзал. И бежать от себя, но бежать еле слышно. А потом он расскажет, что он меня знал и любил больше жизни. Да как-то не вышло.